блогер, здорово. Че есть? Все есть. О, есть. Здравствуйте. Завтра на слет, нет? Слет завтра, да, будет? Ну, да. А сколько там аренда стоит? 100 рублей. 100 рублей? Чтобы торговаться? Да. 1300. У тебя окупается? А? Окупается? Ну, так себе. Не понял. Ну, там народ или нет? Окупается. Да? Что, покупает? Нет. Смысл есть или нету покупать? Смысл, и потом конечно, что будет? Есть. Есть, да? Тут 50 рублей, там 100 тысяч рублей. Ого, надо приходить, там, да? Там богатенько. Ну, Курдин, что эти стоят? Тысяча? На ходу все? Нет? А что у тебя, то же самое или что-то другое еще есть? А эти почем все часы? Все по 300. Все по 300, да? Серега переживал. О, Саша проспал. Сколько хороших. Он бы за себя переживал. Ну вот вроде хорошие часы. А женские какую цену? Ланджин. Ланджин? Нет, Рамонсон. А, Рамонсон. А что он эту электронику не взял? Да? А, этот сломан. Крат. Нет, там понятно, он донор. У меня, говорит, без. Что у него есть? Сидит такой фокус. Да. 300 дешево, да? Если честно, Алексей, ну, я сам его купил, за 500 серьезно? Рублей. Ну. Я думал, золото она. А, думал, по золоту? Да не, золото. Не настращено. Вот а, золото думал? Да. Ну, поди ты, Бог, вынес, отдай 500 рублей. Забрал. Потом вижу, блядь, не видно. Ну да. Я говорю, ну да, не говори. Ну, попадаешь иногда, чё ж теперь. Да чё, небольшие деньги. Ну вот, 5 часов взял, по 300. Мало, мало, чё ты так мало? Серега больше тебе взял. Ну а он сколько взял? Ну он штук 7 или 8. Ну вот. Ой, ладно, я пока это. Пока полторы. Ну, похвастайся, что там. Синка, синки, второй другой, да? Третий рейник. Слава. Слава, а? Вижу. Уже третий рейник просит, это почем. Угу. Ну это классика. Ну да. Командир подобный. Ну это просто состояние. Ну-ну. Хорошее состояние. Понятно. Мать, родина мать, да? Да. Брат. Ну хорошо. Вот эти хорошенькие пляжи. Да. Сейчас тебе переводить-то лучше, да? Ну ему переводить. Убираю спирт. Беру катушку и вот так. Ну ты понял, да? Чтобы она крутилась от этой воды. И чтобы эти вылетали оттуда, вся херота, блин. Попробую сделать. Катушку ты имеешь в виду? Вот это колесо, которое. Ну вот это круглое там крутится, такое здоровое. Вот туда, там же оно же не разборное, в магнитике залезло туда, пыль, там грязь. Короче, без этой носили их, там прокладки нету, туда все налезло, блин. Я открыл, вон сейчас сметал, прям оттуда посыпалось, аж, блин, все говно, блин. Вот хорошие часы. Хорошие, вот надо только сделать их, блин. Часы Zippo, оригинал. С 10-летней батареей. А что значит 10-летний? А это вот они 10 лет идут, которые... Они Casio есть, такие же написано 10. Это 3 вольта или сколько? 3-вольтовая здесь, ага. Но она ну, не 10 лет, лет 7 она точно ходит. Вот. Просто чтобы ходить. Вот прикинь, самая тонкая из их батареек 2012. Тончайшая, блин. Тончайшая. Ну я сейчас 16-ю туда пиндюрю. Офигеть. Panasonic, ничего. Ну это... Japan. Часы-то, блин. Такая таблетка. Тончайшая из тончайшей, самая тонкая из их батареек. Так. Да, у него такая застежка какая-то. Мудреная. Панерай там. Ага, люминор. Да, да, да. Вот я сейчас фирменную Индонезия. Made in Indonesia поставлю. Ух ты. Что это за сумка? Винтажная советская. Сумка. Ого. Медведкова какая-то.
Ну что, в СССР такие делали, что ли? Офигеть, блин. Красиво. Покажу вон ту полосатую. Ну вот это вот вообще прикольно. Вот эту бери. А сзади. Моднючая. Ладно. Зато он даже рабочий. Ну блин, такая вот такая. А что они такие? Они такие. Почему? Саш, на что меняемся? А рабочий. На деньги. А денег сколько? Покупай. А если колледж? А? А если колледж? Ну покажите, что есть. Вот да, у меня был такой, мне не, он не, не нравится, блин. Мне вот эти нравятся. Нет, а мне не нравится. А что, времени выставлено? Все, что-то балалайка. Куда ты торопишься? Ну, правильно, собирался так, это. Родной. Собирался, короче. Сунул. И еще что-то. В карман. Дорогие часы. Понятно, что они дешевые. Это типа вот как я Петя-то подгонял кукушки на днях. Вот в таком же корпусе, помнишь, вот, до трояка. Они же даже с таким циферблатом. Ну прикольно. А что за механизм там? Мио-то такой же, как в тех, которые я Петя подогнал. Показывайте, что есть. Сейчас. Вот, нажимаем. А как называется? Квазотрон. А что, что-то прицелы, самолеты всякие, это человек, вот, бегущий человек. Это будильник, что включен, это таймер, вот нажимаешь, ой, вот, нажимаешь, вот он задом наперед отсчитывает. Ага, потом таймер. Сейчас мы, дальше у нас что? Это будильник, это время полетное, самолет нарисован, ну, московское время. Можно поставить там или какое. Потом это секундомер. Нажимаешь. Вот, почем продаж для народа? Ну это за пятерку, бля. 5000, что ли? 5 рублей, да. Это а это дорогие. Кто производитель? Гонконг. Еглюк Корпорейшн. А, Еглюк. Ну вот там, Армитрон. Армитрон. Это номер, вот по номеру их надо искать. Нержавейка. Еглюк. Только почесать надо, вот грязно. Все, вот, понял. Ну там глюк. И они мигают все время. Вот я будильник запустил и запустил секундомер. А если я, например, вот смотри, фишка есть тут. Секундомер время на остановку нажму, будет мужик мигать, а мячик его он и не мигает. Видишь, мячик посередине не мигает. Вот дальше отпер все мигает полностью. Мячик исчез. Это что значит? Ну, временная остановка. Моя вода. Моя 70-х годов делали топорятину жесткую вообще. А почему топорятина? Ну посмотри, какая планка, это родная такая. А-а-а. Этот как все, текстолит какой. В те годы такой текстолит представили, блядь. Ни о чем вообще, блядь. Вот так они все вот такие. Ой, может, не стоило видео снимать, мне же их продавать. Ну, Сережа, и все, ебать. Так это оригинальная японская кассета? Конечно, ты что, вон же там на этой все написано. Там продуй кнопки. Да подожди сейчас, тут что-то кто-то лазил, блядь. Все рассатарили, блядь. Да не, я сделаю сейчас это почему. То есть три позиции верхние. АЭС, потом что-то блюбеляет, какая-то хуй его знает, для проверки, для мастера что-то сделано. Там эти сопротивления какие-то. Подпол, подпол торгаша. Да? Вот сейчас спекулянт. Спекулянта. Так, сейчас я их соберу. Когда подходите, да, обычно на прилавке не все выложено. Обычно вот здесь половина. Да, самые ценные продукты внизу. Сейчас мы загогульки эти загнем. Загогульки, загинает загогульки. Щелчки-то эти, на защелках же они сидели. Там выросло. Так, панорама. Панорама. Чё, грустим. Конечно, хорошую тут выщипали эти, блядь. А кудрявый. Продавец загрустил. А где он? Владивосток взял?
Он взял, купил восток, да, тонкий? Деньги не отдал. Как не отдал? О, дорогой, дорогой. Нету, дорогой. Ну что, вот рад вас видеть. Жизнь здорова. Жизнь здорова. Спасибо, дорогой. Все, сам. Ну, конечно, обрадовал ты меня своим присутствием. Вот. Все ржавы. Что там, Монтаны? Да, это такие совсем современные, которые старинных нету. Один был таким. Да нет. У тебя с другой стороны 50-х годов, это вся сталь. Памни, памни. Та-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри. Нечем поживиться. Нечем. 100 рублей, да? Клондайк пошел такой, Эльдорадо прям. Все снуют с рюкзаками, надеваются. Там одни и те же лица, конечно. Да понятно, что фикули-то известные. Блогеры даже есть челябинские. Да. По секам там. Там девочки всякие толстые, которые... Я сегодня купила брендовые сумки. И платье, которое на меня не налазит. Покажи. О, робит. Сейчас подожди, мне надо это. Прикинь, за 300 рублей работающий купил. Работает? Да. Электроник тебе не надо. Так, ты же ее уже продаешь, да? Конечно, 1000 рублей. Мне? Ну, она в идеальном состоянии практически. А дорожки там почистить? А что их чистить? А у этих часов, кстати, дорожки не те, как в тонких. У них всегда четко все работает. Ну давай подешевле. 800. Ну давай. Не, ну потому что, видишь, я-то покупаю... А свет, посмотреть свет. Свет сейчас проверю. Я же покупаю так. На обум. Ну, потому что хер будет работать, не будет работать. Я просто выкинул деньги, а вот они, к примеру, сейчас бы не запустились и все. Сколько у меня такого добра дома? А музыка, музыка классика, да? Ну, обыкновенно. От Мухридина сколько добра лежит? Мешок такой добро, конкретного дерьмища. Доска, рыбок. Спина. Просто полоса. Это как они на хоккейной, это, по коробке-то есть с этими полосами. Это что, вещь хорошая, думаю. Вьетнам. Ну, вьетнамцы да. Сейчас, да, кроссовки. Весь хороший Вьетнам. Не, они нормально делают по лицензии. Это уже в 90-х ходили. Мех играет, посмотри. Ну, играет, Собор. Не, да я еще куртки-то, я, может, себе куртку не хочу. Куртка 500 рублей. Вот туда куртка. Много карманов под денежки. Репу, что ли, я не пойму. Ой, какой замызгаешь, мама мия. Вот этот мех ненавижу. Да, да, да. Бабушкин. Да сяв. Сявкин мех. В 80-х, 70-х в шубах таких ходили. Стоят утром на остановке, я такой маленький еще. Еще вот. Вообще, кстати, стильная вещь. А вот пилотный мех. Женская. У меня, кстати, вот мужская, типа такого есть с таким. Да, настоящая пилот. Голландского производства. Я еще в Секонд-хенде в начале 90-х покупал. Ну, не в начале, в середине, когда они появились, только Секонд-хенде. Так, что дальше будем строить? Не, ну мне куртку-то надо выключить. Страшный квест. Вот это вот добротный, вот цвет. Мираж. Женская, что ли? Женская. Мужская. А, тут все женские. Смотри. Все женские, ага. Тоже женские. Ладно, что-то мы тут не нашли на себя. Подожди, на меня тут не нашли. Что? А все женское пошло, что ли? Да? Это женское. Ориенты это твои. Эти не продают. Вот двое возьму. За чего? За которых карманы. А то ты мне их назад тогда что ли себе оставил? Я назад там. Зачем она мне нужна? Ну и давай. Не рабочий. Ну, я его хотел за 4, но они вот это по 1000 рублей стоят. Дайте мне 1000. Там мне нету. Серьезно? Если... Вот эти квадратные, пожалуйста.
какие? Вот эти, а вот эти кукушка. Вот за рубль могу отдать. Они хорошие. Так. А полет почем? 8 тысяч, да? На 800 или 6 рублей потом. Хорошо. 700-800. Давайте 500, если нету денег. 500 за мной. Завтра же будешь, что? Не, я не буду, я через... Завтра у них слет. За 500 слет. Рублей не отдал. А? Теперь буду мучиться, что 500 рублей не отдал. А вот это, знаешь, что за часы вот это? Да. Что за часы? Восход? Ой, Восток, блин. Восток это АНМЧ из Ратника, это военные, короче. У них головка, смотри, слева стороны. Видишь, слева. Да я понял, чтобы не цеплялось, когда лазишь в окопах. Ну, заводить. В окопах лазишь. Не, вот это трен, нечастый, нечастый. Давай, я собирать буду. Тут, по-моему, прикинь, на 8, на 19. Да. На 19. Ты показал мне, стекло сломано. А. Ну вот что-то заряд какая-то нестандартная. Ну, 60 лет Бурятская ССР. Бурятский? Да. А, ну он же в той стороне ездил, поэтому вот, да, там им перепали, да? Каким-то... Вот редкие часы. Это переливается лучше. И почем? Рубль, по рублю они. Нет, не надо, мы... Это вам подарок от Вадима Юрьевича. Нет, это просто взяли и съели. Петра Григорьевича, то, что вы охраняли. Блин, все, не надо делиться. Это вам подарок, и а то вы отдадите часть здоровья мне. А это к чему? Оставьте здоровье свое себе, и будет счастье. У вас по фэншую все, да? Работает. Ну, я не по фэншую, но как... Ну ровненький пацан. А что есть у ровненьких пацанчиков? У меня появился ориентик хорошенький. Ну-ка покажите. Покажи ориентики хорошие. Давайте ориент посмотрим. Знатный ориент. А, вы с ним поговорили. А что вы ему дали за это? Директор любит такие часы. Ух ты, блин. Птицефабрики. А это что? А вот эти почем? Пластиковый. Вот это мне больше нравится, второй. Это ремикс на те 50-х годов. Это хороший. Это Япония чистая. Я такие знаю, где за 7 купить. Вот такие знаю. Я такие знаю, где за 7 можно купить. 5 рублей за 9. 5 рублей за 9. Ну-ка. Какие красивые часы, блин. Мне сейчас придут спросить. А вот эти вот, ну-ка. Какие еще дороже? 10? Нет, это 12. Что-то вроде китайские, так выглядят. Ну, вот, шикарно. Я поставил модуль хороший туда, настоящий от фирмы. Mm-hmm. Часов. Он как раз единственный модуль вот подошел к этим часам. Офигеть, блин. Вот. Я сделал их, поставил этот кварц такого же углического завода, кварц паял. Они теперь точнейшие стали. Можешь проверить. Идут. Ну прикольные часы. Вот два за трояк вот эти. Да пока подумаю, ладно. Вот. Саечка какая. Так и лет-то сколько? Поцарапанная, ну. Спорт. Автомат. Тут глубокая полировочка нужна. Потом такая подружка 67 лет бабушки. Подружка. Манты, не, ну была бы лет 30, что ли там. Ты хочешь попасть в блок? Я да ладно. Маленько тебе в кадр. Сейчас восток делаем, да? Угу. Смотрите, друзья, вы когда-нибудь замачивали браслеты в мыльной воде из-под ферри? О!
все будут откисать. Так, вот что у нас примерно получилось. Отмылось все идеально. Сейчас будет сушиться, сохнуть. Видите, вот клиентуре такие часы. Сейчас отправляю, это мужик пузыри, так называемый, с автоподзаводом собрал. Помыл, почистил. Это Восток, бочка обычная, с ручным заводом. А это Слава кварцевый, танк. Это на объявление заказали. Всем привет, представляю вашему вниманию часы, которые мы купили на барахолке. Так, переходим на белый фон. Это у нас браслеты. Тут маленькие часы с львенком Слава. Вот такая вот Слава кварцевая, нечастая. Это уже производство России. Металлический черный корпус. Вороненый. Часы Монтана. Тоже редкие, без гаек на корпусе вот здесь. Два луча. Луч номер один вот такой вот кварцевый. Луч номер два. Часы Слава механические. Еще часы тройка, но это Восток, по-моему, механизм. Восток. Здесь в китайском корпусе вроде. Так, это, по-моему, ракета я взял. Так, браслет. Слава, знаки зодиака. Часы Мир. Восток такие красивые, синим циферблатом. Электроника с двумя бегунами, вот такая, это тоже не часто считается. Еще одна электроника, по-моему, то ли 58, то ли 59, не помню. Так, браслеты. Еще браслеты. Вот, Восток тоже. Тройка кварцевая. Это что-то с кооператив с китайцами, по-моему. Восток, классическая амфибия для мариманов. Якорек здесь. Восток, карманные часы. Командирские, буря в пустыне. Юношеские. Амфибия вот такая вот. Подводные лодки. Это у нас чайка, механика. Вот тройка тоже в ржавеющем корпусе, классные часы с автоподзаводом. Так, это у нас луч кварц, редкий синий циферблат, вот такой вот, обычно черный. Casio пластиковые древние часы для коллекционеров, 78 год, по-моему. Япония. Электроника. Классические часы с мелодиями. Вот такая вот электроника. Это, по-моему, 206. Но вообще не часто. Редкое оформление. Восток амфибия. Командирские. Еще одни командирские, 90-е. А, сейчас все командирские пойдут, еще командирские. Вот такие вот командирские с подводной лодкой. Чайка, этот рыбий глаз, там око Саурона, кто как называет там. Полетик вот такой чистенький. Это Слава МиГ с самолетом. Командирские, но это заказ СМО, вот такие они, чуть ушатанные. Восток. Это командирский, вот кракелюр на циферблате, классные. Это шайба у нас, полет вроде, или ракета. Вот нечастая ракета такая, без стекла сделать ее надо.
Слава, вот красивые часы. С градиентным вот циферблатом. Вот такой Восток тоже чистенький. И вот такой вот Ориент. Без браслета, но есть браслет. Спасибо всем, кто покупает часы, кто заказывает. Там, может, кого-то назову потом. Вот такой обзор. Эти часы на продажу. Плюс эти. В общем, до новых встреч. Всем пока.